Наима Резванова учится в областной детской школе искусств города Ульяновска. Здесь она научилась рисовать и сделала первый настоящий эскиз платья. Сейчас Наима готовит коллекцию для участия в конкурсе в Китае, где планирует показать проблемы животных России, занесенных в Красную книгу. Коллекцию я придумала, как назвать. Парочку платьев мы пока что с мамой их обдумаем и посмотрим. Коллекция будет называться «Животные из Красной книги в России». А почему именно эта тема тебя заинтересовала? Ну, я очень люблю животных. Из-за этого я захотела вот так вот сделать коллекцию с животными. Конечно, многому научилась и многое узнала маленькая дизайнер у своих педагогов в областной детской школе искусств. Наима у нас учится уже второй год в нашей школе по программе предпрофессиональной живопись. Вот. В самом начале, когда она пришла к нам, она уже зарекомендовала себя как способная, целеустремленная, такая творческая девочка. Вот. И в процессе работы мы наблюдали, как она с увлечением работает, как она подходит к работе серьезно, очень ответственно. Вот. И работа получается очень интересной в итоге. Но первой помощницей Наимы является мама Дина Резванова, которая по профессии вовсе не дизайнер, а инженер. Зимой мы стали рисовать, она стала рисовать вот эскизы, придумывать наряды. Мы стали потихонечку отшивать, создали страничку в интернете, ну просто вот для себя, для своих знакомых, для своих подружек. И нас нашли и пригласили поучаствовать в Ульяновск Fashion Week. Лично я долго сомневалась, потому что все-таки она ребенок, и там опытные дизайнеры выступали. Для нас это было новинку. Но она у нее такой боевой характер. Она говорит: мам, ну почему бы не поучаствовать? Мне интересно, мне хочется посмотреть. Я говорю, ну почему бы нет, да, для опыта. Наиму пригласили на конкурс за месяц до показа. На тот момент у нее не было коллекции, а требовалось продемонстрировать 10-15 образов. Юный дизайнер сделала невозможное, создала коллекцию «Таинственный сад Фриды». В качестве приза Наиме были презентованы поездки в Милан и в Шанхай. Не так давно Наима вернулась с недели моды в Милане. Она попала в четверку лучших дизайнеров. Призом стала публикация в итальянском журнале. Наима планирует, она получила приглашение от Шанхайского университета, и в апреле месяце вместе с мамой, с семьей и с группой поддержки они поедут в Китай, где покажут коллекцию Наимы уже в Шанхайском университете. Это будет не совсем конкурс молодых дизайнеров, это будет смотр, где преподаватели Шанхайского университета кафедры дизайна посмотрят ее коллекцию. До поездки в Шанхай Наиме предстоит еще сделать многое. Мы желаем ей успеха. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.